Павлодаре из снежного плена удалось освободить рейсовый автобус, в котором находились около 20 пассажиров. К счастью, пострадавших нет. В связи с обильными снегопадами в Павлодарской области в ночное время перекрывают автотрассы республиканского значения. Накануне движение было ограничено на автодорогах по направлению Омск, Астана и Баянаул. Спасательные службы региона приведены в состояние повышенной готовности. На крупных снежных переметах с утра работает дорожная техника. Абонентам мобильной связи рассылаются предупредительные сообщения. В целом ситуация под контролем, говорят спасатели. За последние сутки крупных происшествий на дорогах области не произошло. Было эвакуировано более 40 человек. Около 5 случаев схода автомобилей с автотрасс, значит, кювет. Жертв, пострадавших нет.